Приготовьте носовые платки и свои нервы. В середине февраля зрителей ждут сильные эмоции и неожиданные развязки. Какие картины тронут ваше сердце, расскажу прямо сейчас в программе «Культурный слой» на РБК «Пермь». Меня зовут Алина Стабровская. Доброе утро! 15 февраля в прокате стартовал новый фильм Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». Изысканная и напряженная драма о британском модельере, который в 50-х создавал наряды для королевской семьи. У фильма есть 6 номинаций на премию американских киноакадемиков. Конечно, среди прочего, лента поборется и в категории «Лучший костюм». Роль знаменитого кутюрье исполнил Дэниел Дэй-Льюис, трехкратный обладатель «Оскара». Он знаком зрителям по фильмам «Банды Нью-Йорка» и «Нефть». В прошлом году 60-летний актер заявил, что уходит из кино. Роль в «Призрачной нити» будет последней для артиста. Насладиться его игрой и режиссурой Андерсона можно в киноцентре «Премьер» и сети «Синема Парк». Важная премьера от греческого автора Йоргоса Лантимоса. В предыдущем фильме «Грека» герои Лантимоса искали себе пару под угрозой превратиться в диковинных животных. На этот раз молодой режиссер снял не менее заковыристую и жуткую историю. «Убийство священного оленя» рассказывает о жизни талантливого хирурга и его семьи. Вот только странный парень, сын одного из пациентов, знает тайну врача и вот-вот разрушит семейную идиллию. В главных ролях Колин Фаррелл и Николь Кидман. Картина получила приз за лучший сценарий в Каннах. «Убийство священного оленя» – тот самый фильм, который можно испортить спойлером. Советую не читать разборы критиков перед походом в кино. Фильм идет в Киномаксе «Премьер» и «Синема Парк». Приятного просмотра и хорошего дня!